знаете, друзья, перед тем, как мы начнем, я бы хотел сказать, что вот эти вот повреждения, это просто ни о чем на фоне того, что сегодня произойдет с тачками. И как говорится, здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Булкин и... Че, кого, бро, с вами Фреш? Пятая серия, финал, который... На самом решит деле, судьбу. Ну, знаешь, вот у нас твою. Как-то бывало до этого, что мы вот ничья-ничья и подходили к дерби, вот он был решающим, а сейчас... Подходили или подкатывали? Слушай, ну смотри, к девочкам лучше подкатывать. Ну слушай, ты, конечно, не автобус, но я бы впустил в тебя своих детей там сидя. Блять, что? Забавно. Напомню, на всякий случай, особенно те, кто смотрит в премьере. Да. Кочевники, кто болеет за меня и... Пацики! Давайте просто определим раз и навсегда. А еще, пацик. Знаешь, что я хотел бы сказать? Но. Что если этот выпуск наберет более 100 тысяч лайков, в этом году, может быть, ближе к концу мы придумаем что-то еще. Не надо зиму. Давай летом. Хотя бы раз сделаем летом с кайфом на природе. Понимаешь, многие хотели под пение птичек ремейка. Мы как бы его вот родили. Ну. Сегодня решится очень многое. Тем более сегодня у нас будет еще по условиям одно правило важное, которое мы сейчас обсудим. Но перед этим, можно тогда секундочку, и вас тоже всех, дорогие друзья. Дело в том, что в предыдущей серии мы потеряли частичку GTA 5 RP. Лишь одна вывеска выжила. Лишь одна что? Вывеска выжила. Вывеска? Да. Ну, это стекло. Наклейка, малыш. Ну, наклейка. Стекло, малыш, это просто наклейка и стекло. Это не вывеска. Угу. Помимо того, что, ну, я думаю, что все и так в курсе, что GTA 5 RP это лучший проект. Мы с Максоном там играем довольно давно и кайфуем, как говорится. Помимо всего этого, на проекте также существуют точно такие же автомобили. То есть E36 была добавлена специально, E32. Я думаю, что было бы очень прикольно устроить реально там с тобой там дерби. Еще позвать зрителей, чтобы как-то админы нам помогли в этом плане. Это реально будет круто. Поэтому, друзья, советую присоединяться. Ты нормально разговаривать, я тебя замешаю. Не мешает? Ничего? О! Тварь, паскуда, блядь, двоечник, блядь. В общем, друзья, я советую просто-напросто перейти по ссылочке в описании, начать играть на GTA 5 RP уже сегодня, и в ближайшее время, я думаю, что мы с Максоном что-то устроим. Ты про промокоды не забыл напомнить? Конечно, Булкин, 12 тысяч игровой валюты, а также 10 дней платинум VIP статус. Да, поэтому, да, друзья, да. Увидимся на GTA 5 RP. X2 опыта, X2 денег, будет весело, а теперь мы переходим к самому главному. Вот оно, смотри, смотри, летит. А под видос-то все не попадет. А, смотри, реально? Ты видишь? Блять, поймай его, под давай, видос поставь. Ловлю. В жопу себе ставь. В общем, друзья, надеюсь, лайкос находится на своем почетном месте. Я же знаю. Вот понимаешь? А красная кнопка подписаться серая. Да, она стала серой, надеюсь. Поэтому все в порядке. В общем, счет 3-2 в пользу Максона Фрешанского. Фрешманского. Фрешмит. Фрешанского. Почему мид? Свежее мясо. А, я думал, типа, на меду стоишь, блядь. Я мясо, блядь. Это то самое легендарное из покатушек? Это второе легендарное из покатушек, а из самых давних, старых, добрых, это вот то. Это ты, получается, сейчас в олдовом шлеме поедешь. Ебать. Пропотевшим? Просаленным пиздец, я бы сказал. Блин, к слову, баклаве. За все, понимаешь, это было 8 лет назад, и я, конечно же, ни разу его не стирал, поэтому удачи. Да, я помню, там... Помнишь, у меня раньше были длинные волосы, так вот, все вши, которые у меня были на тот момент в голове. А я помню, были комары залетали, они там, наверное, сдохли. Да, там кладбище уже целое, это я тебе так же скажу. Что у нас из нового? Мы хотим в этот раз сделать реально по-жесткому. Единственное правило, которому мы будем придерживаться, это не пить водительскую дверь. Да. Все остальное полностью Покер. Доступно. У нас огромная площадка, красивая местность, естественно, полностью ветерок. Заброшенная, огороженная, то есть здесь никого нет, то есть это все проводится вот просто в поле, я не знаю, да. Вообще ни единого, не знаю, животного нет. Да, кстати, все да. Как бы... Все вымерло нахуй. Блять, это будет жестко. В общем, либо я сравняю счет, а? Либо Макс уйдет в отрыв. А? Как ты, блядь, ездил в этом шлеме? Да нахуй что-то слышать, главное все видеть, правильно? Золотые цитаты. Все. Блядь, мутно все. Нахуй. Погнали! Приятного аппетита, приятного просмотра. Пацики! Кочевники! Да убери ты, блядь. Не позволь себе. Реально, блядь. Ну чё, как говорится, реально победит сильнейший. Я все-таки, если вот так вот попробовать предсказать, я думаю, что ты выиграешь. Хуй знает. Я не даже знаю, не мне на этой малышке стрёмно, пиздец. А мне не стрёмно, блядь? Хуй знает. Короче, я надеюсь, ты сюда не будешь целиться. Я надеюсь, ты тоже, блядь. Ну чё, погнали? Давай. Раз, два, три. Yeah.
А, тихо. А, колесами, блядь. Блядь. Я тебя колесо нахуй сломаю, блядь. Блядь, мне бы как-то колесами пизданули с ним. Вроде нет. Пока все крутится, блядь, что-то мы как-то... О, у меня колесо пизда. Блядь, у меня колесо пизда, что ли? Блядь, да ну нахуй, у меня еще колесо пизда. Блядь. На нахуй. У меня колесо пизда. А что не едет-то, блядь? Блядь. Я вообще-то не могу ехать. Блядь. Пизда до радиатора нахуй. Блядь. А! Блядь, ага, тихо. Хуй. Надо жопой его. Блядь. Ух, есть. Бля, как его ебануть-то? Тихо, водительская дверь. Ехать хуйня с колесами, блядь. А, твердо ебанул. А, близко. Есть. Пизда, радиатор. У меня радиатор дамагит. Радиатор дамагит. Э, карабас. А. Ух. Мощно, блядь. А? Мощно. У меня радиатор пизда, по-моему. Ух ты, сука, пизда, подстава. Да. Блядь, подстава ебаная. Он остановился в этот момент. Стой, аккумулятор! Где эта хуйня там, блядь? Тут еще сильнее жопа замялась. В этом сезоне мне тотально не везет. Блядь, он подставу пиздец сделал. Хорош! Блядь! Нет! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Бля, куда съебаться-то? Блядь, он меня, сука, он... Давай. Задняя не включается. Включилась. А? Вот говнюк. Сади. Сука, глохни. Ай, блядь. Глохни, сука! Все, пизда. Пизда моторчику, все! Бля! Ёбнуться, блядь! Пизда тебе нахуй! Ёбаный в рот! Ебать! Блядь! Пизда моторчику, блядь! Ебануться, блядь! Он задом будет ебашить! Пиздец! Блядь, как я въебал-то? Блядь! Пиздец! Блядь! Просто как фольга, блядь! Просто как фольга. Ебучая, сука, подстава. Может, попробуем запустить? Давайте попробуем. Может, это все-таки клемма, потому что мы, когда с тобой там въебались, то все, пиздец. Да у тебя все вытекло, блядь. Ну подожди, подожди. Бля, просто как фольга ебаная. Так у тебя руль, все, у тебя пизда. Покрутится еще, нормально, блядь. Не, нихуя. Нихуя не работает. Ой, не пройти. Блядь, это очень жестко. Это пиздец жестко, блядь. Ебать, семерка вывезла, пиздец. Да, блядь, я и не спорил с этим, но просто ключевой, сука, момент. Открой капот. Он остановился, я ему въебываюсь в бочину, и все, блядь. Радиатору пизда. У меня не врубалась задняя несколько раз. Начал думать головой. Я у Доминика остановился, спросил, что у меня с колесом. У меня точно что-то было, потому что когда мы пизданулись, помнишь, колесами но. Вначале? У меня рычаг вырвало нахуй. Не-не-не, оно у тебя просто не ехало из-за того, из-за крыла. А я тебя предупреждал. Мне кажется, оно не поворачивало вот это колесо. Нет, нормально было. Оно, походу, крутится, блядь, одно.
да ладно. Бля. Давай попробуем запустить. И куда ты поедешь? Ну попробуй хоть как-то. Доминика, можешь попробовать помочь еще раз? Давай, накинь, я попробую запустить. Она снимает, да? Да. В данный момент, дорогие друзья, вы видите, как, собственно говоря, сборище приматов пытается оживить BMW. Ну, в принципе, ничего нового. Пиздец, просто как, блядь, ну почему? Причем, знаешь, я такой думаю, похуй, буду мордой биться. Угу. Я смотрю, ты тоже бьешься, а у тебя нихуя, у меня уже морды нет. Так, а у меня защита морды, пиздец. Блядь, я хотя бы что-нибудь бы попробовал еще, кто знает. Стой, блядь. У тебя рулевая рейка сдохла. У пробовать? Тебя не крутит нихуя. Базар вокзал, блядь. Только погоди, да я заведу. Я в игре, блядь. Я в игре, нахуй. Только как я поеду сейчас куда вообще? Топ. Эль проблема, блядь. Блядь, я не могу поворачивать, реально. Опа. Задняя, вот, сука, не втыкается. Я отвечаю, из-за этого я проебал, блядь. Готов? Все, поехали. Куда, блядь, мне ехать? Ага. Ай, дурак, блядь. Давай назад. Едь. Давай назад. После вас, мистер. Блядь, вот. Нет, 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 будь. Нет. Ну, бей бог. Сука, он же так и будет сейчас. Блядь. Есть, подставился. Блядь, сука, колеса куда рулят-то нахуй, а? Ну, вывернитесь куда-нибудь. Нет, это моя сторона. Я застрял! Ау! Ну давай, давай! Я только прямо назад могу! Задняя, сука! А, мазила, блядь! Радиатор что, уже все вынес? Блядь, как мне? Ты долго туда-сюда будешь кататься, блядь? Задняя, вот, задняя, сука, задняя! О! О! Хуя, я поехал направо! Блядь, мог попасть, сука! Пиздец. Не, не, он тоже не попал. Блядь. Нет, нет, хуйня, 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 я... Блядь. Ой, уехал! Что он делает? Я не вижу, где он. А, блядь. Нихуя! Блядь! Сколько это будет продолжать? Почти маленькая дружу. Нет! Нет, 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 хуйня. Хуйня. И чё, блядь? Блядь! Да задняя, блядь! Нет! Нет, блядь! Давай, ебать! Блядь, там обрыв! Блядь, я застрял! Все это пизда! Это пизда. У меня нет шансов, блядь. Блядь, я застрял. Он что, застрял? Он застрял! Пизда, он застрял! Блядь. Он застрял! Да ну! Он застрял опять! Я застрял, блядь. Я тоже. Давай оттолкнем. А, все, у меня передачи нет. Все, у меня коробка сломалась. Пизда карабасу. Да. Все.
Да, блядь! Я хуй знает, блядь! Сука! Ебаная дверь, блядь! Я не знаю, блядь! А, нихуя себе! Я не знаю! Мне бы вытолкнуть, я тебя выебу. Потому что у меня машина даже не кипит. Ну да. Еще немножко поработает и пизда. Может, заглушь? Давай, меня... смотри, по чесноку, если. Если по чесноку, у меня мотор не греется раз, передачи все работают, два. Я могу мне ехать только... вытолкнуть, и я, блядь, ну... Это во-первых. Во-вторых, ты застрял, но... Мы останавливали, когда я тоже, да, грубо говоря, был на грани. Да. То есть мы два раза запускали мне тачку, Макс только один раз застрял. Поэтому я думаю, что по чесноку мы сейчас тебя выталкиваем, а ты меня уже кончаешь. Ну, если, конечно, сможешь. Ну, и у тебя передач нету. У меня теперь нет коробки, да, еще. Ну, то есть вот. У меня сначала пропал, ну, я не мог поворачивать. Я, естественно, уже киплю давно. Мне осталось недолго мотору. А еще пропала, ну, коробка наебнулась после последнего удара. Ну вот, да. Что делаем? Ну, мне надо только выехать и все. Вытолкнуть, я не знаю. В общем, я думаю, друзья, посмотрим уничтожение Е36. Это будет справедливо, к сожалению. К сожалению, мне не удалось отыграться. Нет, ты можешь сесть и попробовать. Попробовать. Ну да, давайте сейчас вытолкнем Е38. Если она запустится, Е36, просто она закипела пиздец, то... А? Е38. Ой, Е32, блядь. Ой, блядь. Е32. Я уже, блядь, все, бумер, нахуй. Решел куда-то. Все, вытягиваем Е32. Если Е36 запускается, я просто буду физически сейчас страдать, блядь, тогда. Сидеть в машине и ждать, пока Макс меня будет со всех сторон трахать, блядь. Ой-ой-ой. Я не знаю, сейчас просто будет полный пиздец, потому что у меня... О, едет. Задний нет, по-моему. Задний окончательно нет. Но это сейчас будет издевательство просто от Макса, потому что я ничего не могу сделать. Я не могу назад поехать, блядь. Я не могу рулить. Я нихуя, блядь, не могу уже. Блядь. Сука. Я ничего не могу сделать. Все, я только вперед, блядь. Главное, не вовры. То самое ощущение, когда не съебаться от проблемы. Бля, тут обрыв! Ёбаный! Какой-то я ничего не могу пизда, сделать. Пизда, блядь! Всё. Это пизда. Смотрите. А! О, как я вовремя, блядь, камеру повернул. Пожалуй, я по съёбам. Пизда. Просто пизда. Я нахуй домой, блядь. Победитель едет. Блядь. Бедная Е36, сука. Тебе вообще похуй. Бля. Ебать. Он ее скинуть, что ли, хочет? Блядь. Бля. Ты ебанулся, что ли? Выхлоп. Блядь, уехала! Нахуй! Сука, уничтожил меня, блядь, просто. Ой, нахуй! Блядь. Ребят, за такую концовку точно лайк. Блядь, это просто пиздец. В общем, друзья, счет становится 4-2 в пользу Макса. Бля, вот, yes. Вот это просто пиздец. Просто ей пиздец. Похуй. У нас сейчас была мысль туда тачку скинуть, но мы ее оттуда просто не вытащим потом. 4-2 в пользу Макса по итогу. Ну что, брат? Колесо. Прощай. Фортуны, ремейк побеждает. Дай бог, свидимся. Побеждает Макс Фреш. Пиздец, просто уничтожил меня. Я просто на заметочку себе возьму, что в следующих сезонах я, блядь, присмотрюсь к представительскому классу, потому что просто, просто неубиваемая хуйня. Это да. Обидно, досадно, но хули, ладно. Поздравляю с победой. Thank you very much. 100 000 рублей, так сказать, отыграл спустя
А, подожди, сколько мы, на 50 или тоже на 100? На 100. А, отыграл, блядь, отыграл спустя 3 года. В общем, я реально поздравляю Макса. Спасибо, брат, дай бог свидимся. В общем, к сожалению, не удалось. Пытался, мне обидно за гонку больше в предыдущей серии. Дерби, конечно, я понимал, что, скорее всего, пиздец. Нет, друзья, да. Ну а если вы поддержите эту серию, и в целом я видел, как вы поддерживали этот сезон, это было реально что-то с чем-то. Спасибо вам за ваши положительные оценки, комментарии, лайки. Мы обязательно вернемся и вновь так встретимся в самое ближайшее время. Это было реально эпично. Огромное спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на мой канал Булкин Драйв, на Максона Фреша. Ссылочка есть в описании. И оставляйте ваши комментарии. И надеюсь, лайк все-таки уже на месте. Да. До новых встреч. Пока-пока. Пока. Пиздец, просто взял, проебал, блядь. Просто взял и проебал, блядь. Бывает. Ну ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу, блядь.